Я с Артемом. В Ошке встреча – это невероятно крутой фестиваль. Это какая-то непередаваемая атмосфера. Это какой-то другой мир, где все друг другу улыбаются. Никого не волнует, как ты выглядишь, что ты делаешь, что ты говоришь. Все друг друга понимают, и здесь атмосфера доброты. Фестиваль очень обширный, очень много мастер-классов. Преподаватели, которые сюда приехали, они тоже очень отзывчивые, всегда готовы тебе подсказать, очень легко выходят на диалог. И, наверное, самое крутое, что может быть для творчества, когда все свои, когда все друг другу открыты, и вот за это я больше всего на свете люблю волжские встречи. Ребята, приехало очень много, 37 регионов России, больше 100 разных студий, которые занимаются у себя в регионах кино, телевидением, журналистикой, фотографией. Рад, что многие из ребят нацелены на какое-то творческое развитие, на обмен опытом. Такие фестивали, они, конечно же, в первую очередь направлены на то, чтобы дети получали какие-то новые навыки и знания, но не в последнюю очередь это коммуникация со своими юными и, возможно, будущими уже в профессиональной жизни коллегами и ощущение причастности к большому сообществу молодых журналистов. Здесь на самом деле происходит не только карьерный рост, но и рост, в принципе, человека, потому что здесь очень многие дети, на самом деле, выросли на мастер-классах, на тренингах, на невероятной движухе, которая происходит вокруг фестиваля «Волжские встречи». Знаете, мы учим в первую очередь чему? Учим работать в команде, учим изъясняться, учим быть любознательными, жить интересно, быть порядочными, добрыми и рассказывать в своих передачах, газетах, фильмах о том, какие сегодня подростки, что сделать, чтобы они стали лучше, умнее, интереснее. В эру технологий, когда они написали статью, когда они сняли сюжет, им постоянно нужно с этим делиться. Дети делятся своими эмоциями и показывают всем остальным, как жаль, что ты не приехал, а у нас круто.